Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы скульпторов, художников, знакомиться с их автобиографией. Джованни Мария Бенцони, итальянский скульптор, неоклассицист. Родился 28 августа 1809 года в местечке Сан-Гвацо, Ломбарды. В юности был пастухом и в свободное время занимался резьбой по дереву. После смерти отца он в 1820 году переехал в деревню Рива-ди-Сольто, где был принят в столярную мастерскую своего дяди. Здесь он заинтересовал своим мастерством представителей местной знати и получил первые персональные заказы на изготовление деревянных скульптур. Был принят под покровительство семьи Тадини и поступил на обучение в Академию Тадини в Лавере под Бергамо. В декабре 1829 года граф Тадини отправил Бенцони в Рим на обучение в Академии Святого Луки. Был принят в мастерскую Джузеппе Фабриса, работал как над самостоятельными вещами, так и над копиями скульптур Антонио Каноу. Постепенно завоевал известность и получал самостоятельные заказы. Уже в 1832 году смог открыть собственную мастерскую в Риме. В основном Бенцони работал над светскими сюжетами и исполнял скульптурные портреты, но с ростом популярности начал получать заказы от папского двора и постепенно перешел к религиозной скульптуре. Создал множество скульптур для надгробных памятников, особенно и выделяются в этом ряду статуи его родителей, кардинала Анджело Майи и графа Тадини. Они характеризуются как особенно сентиментальные и яркие. Всегда жил в Риме, хотя часто возвращался в Бергамо и Ломбарды, где стал почетным членом местного университета. Им было выполнено множество бюстов местной знати и простых граждан. Считается, что за более чем 40-летнюю творческую жизнь Бенцони создал 277 оригинальных работ, а если считать вместе с копиями и авторскими повторениями, около 705 произведений. Скончался в Риме 28 апреля 1873 года, похоронен на кладбище Кампо-Верано, в гробнице, которую он сам обустроил. Ну вот так вкратце из Википедии о Джованни Марии Бенцони, итальянском скульпторе, неоклассицисте. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.